Что-то я сегодня какая-то совсем не гламурная. Здесь надо нагламуриться. Нагламуримся. Нагламуримся. Ну вот. Красотка. Страшная сила. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Я в глубине души надеюсь, что мои видео еще вам не надоели, поэтому я почти что каждый день выкладываю ролики и люблю это делать, потому что люблю читать ваши комментарии, ваши отзывы и видеть ваши лайки и все такое. Короче, я снова выпрашиваю лайки, да, вот дожились, я выпрашиваю лайки, как так? Кстати, одно из моих видео в первый же день набрало огромное количество лайков и огромное количество просмотров. И мне YouTube написал, какая я молодец. У-у-у. Знаете, как классно получать такие письма. Давайте я еще одно такое получу письмо. А сегодня будет, что, сегодня что-нибудь вам интересненькое покажу. Ну, опять не будет мастер-класса, я вам покажу распаковку посылки, которую я получила с Алиэкспресса. И там будут красивые кисти. У меня началась кистемания или обострение кистозной болезни, кистовой. Или какой-то, ну не знаю, короче, придумайте сами, как эта болезнь называется. Когда я получила посылочку от Nikon Gel, и там была такая красивая кисть из хрусталиков и стразиков, и я поняла, что я очень люблю такие кисти, и мне хочется еще. И я заказала с Алиэкспресса парочку таких кистей. И давайте же посмотрим, пришли они мне вообще или нет. Я еще ничего не распаковывала. Прям, видите, как у меня ручки прям чешутся. Зуд. Так что давайте посмотрим, что там. Все, тишина в студии, мы потрошим посылку. Вот такая посылка с Алиэкспресс. Так, я не знаю, надо говорить. Вообще первый раз с Алиэкспресс получаю посылку. Здесь написано, что продавец оценил ее в $4.81. Не знаю, много это, мало. Так, поехали. С чего начнем? Как обычно, бьюти-блогеры потрошат посылки. Как-нибудь так посильнее. И я буду так же. Чем я не бьюти-блогер? Вот так. Так. Хорошо, в пупырку, видите, как в пупырку упаковали. И еще пакеты, короче, о, как классно, цивильно. Ничего нету, все пусто. Будем распаковывать вот это, как хорошо упаковали. Так, желтолицы и наши друзья упаковали желтым скотчем посылку. Надеюсь, я правильно потрошу ее. Джек-потрошитель. Так. О, как много тут упаковки. Все, распаковали. Вот все, что пришло. Давайте смотреть поподробнее. Значит, так. Кисть, еще кисть. И вот такая штучка. И вот такие штучки. И вот такие. Короче, все прислали. Давайте подробненько остановимся. Ну, какая же красота. Поближе. Красотища. Кисть тоненькая, очень-очень тоненькая. А
Но она красивая. У нее нет колпачка. Она вот в такой тубе. Да, жалко, что у нее нет колпачка. Но не страшно. Красивая кисть. Мне очень-очень нравится. Так, еще одна кисть. Эта кисть чуть-чуть потолще. Но она уже с колпачком. Но все равно она тоже очень-очень-очень тоненькая. Красиво. Так, еще одна. С розовыми камешками. Красота. Кисть вот такая вот. Плоская. Такой вот язычок. А, у меня камера садится. Камера садится, еще-то вылазить не хочет. Красота. Красиво. Так, вот такое копытце, но оно уже без бриллиантиков. Так. А вот такие вот для стразика штучки. Помните, вы в моих видео их видели? Вот таких я вам... И такие еще я заказала. Так. Так, вот такой зажимчик. Маленький для ногтей. Такой. Так. Вот какая красота. Для чего? Для чего? В бутылочках гель-лак перемешивать, если что. Очень красиво. И последнее, что здесь. Что здесь? Торопимся, потому что садится камера. Вот такой хрусталик для мономера. Стеклянная. Очень красивая. Все ссылочки оставлю под видео, если вам интересно. Вот такая была посылочка. Надеюсь, вам понравилось. Вот такое у меня получилось видео. Как бы опять я старалась его сделать, чтобы оно вас никак не напрягало. Чтобы вы отдохнули, чтобы вы как-то не ломали мозги над какими-то серьезными проблемами, которых и так вполне везде хватает. А просто посмотрели мой ролик, отдохнули, там, может быть, чаю попили, может быть, вкусных конфеток поели. Если вам понравился этот ролик, пальчики вверх. Подписывайтесь на мой видеоканал, и мы с вами увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока.